Вот такие кружечки для горячего шоколада я купила. Вы видите, что это наклейки фикс прайс. Я уже помыла их в посудомоечной машинке, я вам могу сказать. И, как видите, они в порядке, с них не облазит краска. В общем, это качественно. Это качественно и для тех, кто еще не открыл для себя фикс прайс как место, где можно купить классную посуду, советую присмотреться. Вот, советую реально присмотреться. А вообще, сегодня я буду говорить про Шейби Шик. Вот такая сумочка для подарков. Она большая, стандартная сумочка для подарков. Вот так стилизованная. И я могу сказать, что я видела на сайте Fix Price коробки, достаточно большие, вместительные, подарочные. Я очень сожалею, что у нас такого не было, у нас вообще много чего не было. Но из того, что у нас было, поверьте, я взяла и принесла домой все, что упало мне на глаз. Вот такая коробочка жестяная. Вот так она открывается. Здесь она достаточно качественная. Рисунок только сверху. Ну, уже подзаляпалась немножко. Ну, вообще очень миленькая, очень хорошенькая. И, конечно же, я не могла пройти мимо нее. А вот такие две чудесные, как бы, корзиночки под мелочи я купила. Их было всего две, я быстро подбежала, схватила и все. Выбирать было не из чего, больше ничего подобного не было. Да и вообще все девочки знают, что такое всегда пригодится в хозяйстве. Что меня расстроило? Вообще они достаточно вместительные. Вот здесь я для сравнения положила мыльницу, чтобы вы понимали, какого это объема и какого это размера. Сейчас покажу и расскажу, что тут не так. Значит, здесь все идеально. Вот. Здесь все тоже идеально. А вот здесь вот не идеально. Видите? То есть, как бы они спешили, когда делали, видимо. И на второй такая же точно ерунда. То есть вот это наклейка. Это не какая-то там печать супер-пупер, это наклеено. И поскольку здесь образовываются пузырьки, все прекрасно понимают, девочки, хозяйки, что очень скоро это начнет облазить. Но я могу сказать, что сам по себе вот этот стиль, он подразумевает такую легкую зашарпанность. И, ну, даже это, может быть, будет смотреться достаточно органично, поэтому и вот я, ну, чтобы не быть голословной, тоже здесь все идеально, да, смотрим, здесь тоже все идеально, мы поворачиваем, и даже здесь у нас все идеально, но вот все равно с торца, вы видите, да. То есть я ничего не придумываю. Оправдывает этот брак, ну, по-другому я это не могу назвать, то, что, да, Шейби Шик, он подразумевает, или Шейби Пшик, он... Шейби Пшик. Он подразумевает, что может быть такая вот, ну, какая-то определенная неряшливость даже, может быть, ну, как бы она должна быть такая стильная, беленькая, вся сладенькая, такая вся девочковая. Ну, это как бы, это оправдывает, и вещь будет смотреться не такой облезлой и убогой, а может быть даже как бы в этом появится определенная стилистика. Сейчас покажу вот эту репродукцию с клеткой. Она представляет из себя обыкновенную клеенку, как бы с печатью. И вот здесь в комплекте есть петелька и гвоздик. А вообще здесь просто клеенка и обыкновенные гвоздики. То есть, ну, все очень обычно, все не затратно, но в то же время очень-очень мило, очень симпатично и очень красиво. Жду не дождусь момента, чтобы как можно быстрее это все распечатать и украсить свой интерьер.
Я хочу сакцентировать ваше внимание на вот такой красивой огромной охапке роз, которые достаточно неплохо сделаны. Они будут хорошо мыться, они качественные, и они смотрятся вообще почти как настоящие. Я думаю, на видео они будут реально смотреться как настоящие. Я ждала возможности сделать ободок, но я пока еще не все купила, потому что я вчера прошерстила эту тему, и у меня там кое-чего не хватает. Поэтому, ну, чтобы не портить цветы, и чтобы они какое-то время пожили, пусть даже, не знаю, на фотографиях и в моих видео, а потом уже как бы дать им другую жизнь. Тем более у меня есть такие пожившие цветочки, пожилые, прошлогодние. Поэтому эти пусть пока белые, красивые, пусть пока они. Пока они белые, красивые, пусть пока постоят. Вот такие потрясающие подсвечники. Подсвечники, подсвечники. Вот так они сделаны. Ну, кто-то говорит, что качественно, кто-то говорит, что нет. Я скажу лично свое мнение. Вот эта свечка, она, если присмотреться, да, видите, она оказалась больше, ее пришлось через силу туда засовывать. Но это вроде бы не повлияло на рисунок, который все равно не видно из-за вот этих вот кружавчиков, тут кружева. Вот. Но, тем не менее, она не входит, и парафин летит во все стороны, когда вы ее заправляете. А более того, конечно же, она побежит через край и всю эту красоту заляпает. Ну, в принципе, этот стиль подразумевает такую не совсем уж прямо выглаженность и вышкаленность. Вот еще один подсвечник. И, конечно, когда уже приглядываешься, они не такие белые, как кажется на первый взгляд. Ну и, конечно, они моментально испачкаются. Ну, их можно будет, я думаю, что постирать. И вот такие свечки я купила просто, ну, больше для оформления, для, возможно, видео. И вот такая ужасная свечка, я не помню, за сколько я ее купила, ну, потому что больше вот этих не было больших, я купила ту, которая оказалась, она была вся кривая, с вот такими вот, ну, как сказать, насечками какими-то непонятными. Ну, я такая, ладно уж, у меня типа свечек нет дома. На всякий случай, мало ли, отключат электричество. У нас такое бывает, мы в центре города, здесь старый фонд, бывает профилактика. Иногда могут вырубить вообще надолго, поэтому такая вещь просто... Не для романтики, не для чего-то там такого, потому что, ну, испарения вредны, стеариновые. Ну, так вот бывает, что когда вообще ничего не видно, конечно, лучше иметь под рукой такое. Ну, вот, то есть, видите, вот он не встает. Он не встает, я вам сейчас покажу, девочки, как это будет выглядеть. Потому что я такое уже делал. С трудом оно туда встает, и вот что получается. То есть, вот. Ну, не знаю, может быть, так положено. Но мне это не совсем понравилось. Если она была бы чуть-чуть поменьше, все было бы хорошо. Также в стилистику Шейби Шик идеально вписывается вот такой бело-розовый веер. Там они были каких-то совершенно ужасных цветов. Какие-то темные, черные, синие. Я искала что-то с нотами, но я рассчитывала, что это будет либо белое с черными нотами, либо серое, либо такой эффект старой бумаги мне хотелось. Но то, что я увидела, простите, это было ужасно. И, в общем, я остановила свой выбор на очень непрактичном, но очень стильном веере. Сколько можно орать под окнами? Всем привет, это Ольга Швец. Вот такие потрясающие наклейки. Это камушки, здесь жемчужины, стразы, разные формы. Они даже смотрятся у вас как... Сейчас я покажу. Как какие-то круглые, на самом деле, это такие капельки. Вот это очень изысканная штука. Если еще веер этим украсить, это будет просто бомбезновский веер. Как бы креативить, девочки, учимся. Набор наклеек декоративных, ля-ля-ля. Две пластины. Вот показано, что можно сделать. Тут
блокнотики, телефончики, кидики, пудреницы. И вот такая штука. Сейчас мы открывать собираемся модельное агентство детское в Иркутске. Вот такие цветочки тоже могут красиво украсить детский макияж. Вот такие малюсенькие стразы, потому что они реально очень-очень маленькие. Вот, все, мне кажется, это попадает в стилистику шейби-шик. Ну и дальше уже просто обычные покупки. Оставайтесь. Кстати, веер вот в таком чехле, его можно носить в сумочке в жару, ну и использовать на фотосессиях как антураж. Эта коллекция, я думаю, очень сильно поможет мне презентовать какие-то новые покупки, потому что в этих коробочках и баночках все будет выглядеть очень-очень мило. Пантенол 5% крем, батарейки беру второй раз в жизни. Ну, так, чтобы было на всякий случай. Соответственно, там всякие у меня идут массажеры для лица, я вам показывала. Если, да, показывала. Вот, и вот такую мицеллярку я решила попробовать. Значит, мицеллярочка однозначно стоит своих денег, объем больше, чем в находке. И обратите внимание, кто еще не в курсе. Это коллекция Шейби Шик, и я Ольга Швец, покупки в фикс прайсе. Всем известный кокосовый остров, это вот такие маленькие конфеты. Вот они. И вот такие круассаны я решила попробовать, чтобы сравнить их с теми, которые продаются в находке. Потому что в находке местами цены намного дешевле. А стразики и веер я показывала в начале видео. Ну и такое все для девочек. Ватные диски, которые у нас просто летят тоннами. Девочки про это знают все. А вот такая травка. Наверное, третья баночка. Святой источник. Ну, это то, что просто нужно. Это без всяких восторгов. Это то, что берут все и берут постоянно.